Здравствуйте, передо мной победители мемориала братьев Наминских. Это Денис Лукьянов, метание молота 75-20. И Константин Лядушев. Опять ему 20 метров чуть-чуть не дошел. 19-94. Но свое показал и занял первое место. По-моему, давно первым не был в последнее время. Что-то я не помню, когда вы побеждаете. Константин, год не побеждали точно. Да, ну-ка. Год не выиграл, но сегодня мы толкали без лидера нашего российского Александра Леснова. Но Максим Афонин. Да. У него тоже в этом сезоне 28 стон имеет. Но вы сегодня выиграли, да, у него. Сегодня такая ситуация была. Нам мешали шестовики, но мы все были в равных условиях. И победил сильнейший, вот и все. Ну вы довольны? Я победой. Победой доволен, результатом не очень. Ну еще впереди все. Будем работать дальше, да. Ясно. Ну а вы, как только Денис, очередная победа? 75 метров? Победа, такая уже рядовая, по-моему. Ну, рядовых побед не бывает. Все равно побеждать всегда приятно. Сегодня уже было побольше народу у нас. И Таратовск подъехал, Женя, все. Но, да, результат слабоват. Есть над чем работать. Опять же, говорю, еще до чемпионата России, до чемпионата Европы, который, надеюсь, меня допустят. Время есть, будем работать. Вы читаете письма, которые я пишу Коу? Конечно. Я написал письмо Коу, почему? Я лично надеюсь, что Коу читает эти письма. Но, честно говоря, есть шанс, что он читает эти письма. У меня норматив есть, кстати, а у тебя есть? Да, конечно. Но да. Не у нас 19.90 в этом сезоне. Я себя вижу, например, сейчас только что. Да. Да, вот, показали, видите вас, показали. Даже вот показывают вас. Всем удачи. Ну да. Хороших результатов. Так, откуда вы у нас? Да, но какого района? Область. Все родом из Ростовской области. То есть ростовские парни, да? Да. У Подчихин все называют краснодарские тигры. А вы как все называете? Ростовские кто там? Волки? Мужики, да. А ростовские мужики просто, да? Футбольный клуб. Тогда мы передадим привет краснодарским тиграм, да? Давай. Привет краснодарским тиграм. Тигры, держитесь. Ребята, мы вас ждем.